Приветище! Мы снова на пляже, со мной Бомбит Акеха. Ну, естественно, я сам. Как же без меня и на пляже-то? Так, Бомбит уже убежал. Мы продолжаем искать здесь, на этом пляже, всякие различные потеряшки. Это я так называю вещи, которые здесь посели в песке. Ох ты, левел ап! О, ты посмотри, как у нас Бомбит преобразился, у него клыки появились. Бомбит, да ты теперь злой. Лучше пальцы не толкать, а то откусишь нафиг. Бомбита, давай копай, впакивай. А мы тоже поищем сейчас, Кеха, что-нибудь тут. Ну где же мои бриллианты? Хотя бы ручку или батарейку. О, только сказал, наверное, сейчас выкопаю ручку или батарейку. Что же я сейчас выкопаю? И это серфинг. Еще три предмета, Бомбита. Давай-ка нароем эти предметы. Где мой этот детектор? Юху, да, все предметы мы нашли. Последний, кстати, нашел Бомбита, и это было водоросли, по-моему, да, это водоросли. Бомбита любит водоросли. Ну что ж, пойдем сделаем миссион комплит. О, да ты издеваешься. Теперь 30 предметов надо найти. Ты как-нибудь хоть бы поразнообразил что-нибудь свои квесты. Бомбит, пойдем, нас ждут новые старые приключения, найти новых старых предметов. Мне уже чертовски поднадоело, что в мой рюкзак влезает всего 3 предмета. Пойдем-ка в магазинчик и купим у нашего Тритона какой-нибудь новый рюкзачок. Я думаю, на него мне уже хватит. Так, что у нас здесь есть? Рюкзак. О, отлично, 7-местный. Вот это лухарь рюкзак. Возьмем его. Да я теперь экспедитор, блин. Ну что, Бомбит, погнали, погнали. Теперь мы можем собирать гораздо больше предметов. Слушай, Бомбит, а тебе пляж не надоело, а? Меня тут уже нормально так пригрело. Может, в другое место куда-нибудь сходим? Например, в снежную локацию. Немножечко остынем с тобой от солнца. Посмотрим, что же у нас там. Оу, как мы быстренько телепортнулись. Так, вон у нас пляж, а здесь у нас лед. О, смотри, там даже снеговик есть. Круто. Что это такое? Вернуться на пляж, взять миссию у Кайока. Каяк. Каяк. Ой, прости, тебя Каяк зовут. Какой роскошный снеговик. Бомбит, а твои клешни и маленькие ножки еще не застыли в этом снегу? О, смотри, игла. Пойдем посмотрим, что там. О, да здесь. Да здесь пусто, никакой мебели. Ужас. Привет, дружище, можешь мне помочь? Мне нужно 50 песка. И ты туда же, со своим песком. Я думал, ты что-нибудь со снегом мне дашь. Ох. О, смотри, это же пустыня. Ну-ка, пойдем в пустыню глянем, что у нас там. Нифига себе, там еще есть миссия. Пойдем-ка подойдем. Кто там у нас? Ахтун? Звучит как Ахтун. Что ты нам скажешь, Ахтун? Добро пожаловать в пустыню, мой друг. Собери для меня, пожалуйста, 15 пар очков, солнечных очков. В моей местности мне это очень пригодится. Понятно, он хочет 15 пар очков, чтобы потом раздавать туристам и показывать здешние красоты. Ну что ж, давай попробуем найти здесь очки. Очичи, где вы? Блин, я здесь копать-то не могу, мне ситься нужно другое. Только Бомбит может мне раскопать здесь что-нибудь. Кстати, Бомбит уже дезодорантик здесь нашел. Вечно раскидает свои дезодоранты. Бомбита, я вижу, конечно, как тебе здесь нравится, как у тебя песок в разные стороны летит. О, ты еще что-то нашел? Что это? Шоколадная монета. Но нам нужно уходить, Бомбит, потому что я здесь не могу копать. Я здесь только могу искать. Ладно, все, пошли. Пошли, Бомбита. Бомбито, Митсикито, нифига себе. О, побежал, наконец-то. Я думал, он оттуда не уйдет никогда. А, подождите меня. Какой длиннющий список заданий у меня, а? Целых 3 задания. И вот мы снова вернулись на это палящее солнцем песчаное место. Ну что ж, давай попробуем, может, нам здесь подфартит найти очки какие-нибудь. Хотя что-то я сомневаюсь. Чего я здесь только не находил, но вот очков, это, конечно, наверное, очень редкая вещица. О, даже шерстяные носки находил. Еще один шерстяной носок. Ну все, у меня теперь комплект. На зиму запасся. Третий носок, да вы чего? У меня вроде как 2 ноги. Ну ладно, буду на рынке продавать. О, дайзик выкопал. Огонь. Учитывая тот факт, что краб у меня тоже потеет от напряженной работы, ему дезодорант необходим. Батарейка! Так, ну все, в принципе, вместе у меня в рюкзаке забито. Пойдем продавать все это дело. Бородатый пират, у меня для тебя замечательные новости. Теперь я буду носить тебе по 7 предметов, так что забирай. Это ты так обрадовался, что ли, да? Ну ладно, пойдем. Бомбит, пошли. Походу у него там это, эти дни морские. О, ничего себе! Я нашел очки, ты прикинь, целых 2. Вот такие вот замечательные розовые очечи. Блин, я даже не ожидал, что они здесь есть. Одни выкопал Бомбит, а другие выкопал я.
Но мы мощные с тобой, Бомбита. Давай, Бомбита, вкалывай, нам еще немного осталось. Да потом пойдем сдадим эти квесты. О, миссион комплит, смотри, что это у нас там. Мы добыли с тобой 50 песка. Нужно их будет отнести тому Кайоку, по-моему, да? О, кстати, ты уже и предмет нашел последний. Отлично. Осталось найти только 11 очков. Я даже не знаю, сколько мы их будем искать. Ладно, фиг с ним, с этим песком, Бомбит, пошли. Пошли, сдадим квесты. Вначале сюда. Расти, я все, типа, как бы, я нашел там 30 предметов, на, держи. 150 монет дал, спасибо тебе. А теперь принеси мне, пожалуйста, 100 песка. Твой пэт может помочь тебе. Господи, у меня сейчас из ушей песок посыпется. Конечно же, мой Бомбит помогает мне, если бы не он, я бы здесь вообще утонул бы в этом песке. Кайок, кайок, или как каяк тебя там, или... А, точно, да, каяк, во. О, 100 монет дал, спасибо, старина. Может, тебе еще что нужно? Найди мне, пожалуйста, 3 штуки ножниц для ногтей. О, Бомбит, слышь, ты не находил ножницы? Хотя, а тебе клешни подойдут, а? У моего краба клешни отличные. Бомбит, ты не против, если мы повзаимствуем у тебя клешни? Нет, только не мои клешни. Слушай, бро, не, там краб не согласился, так что извиняй, мы поищем тебе ножницы, окей? Все, Бомбит, пошли. О, нифига себе, ты посмотри, какая там башка раздута появилась. Чувак, сколько же в тебе песка. А, все, сдулось. Кстати, между прочим, мы уже 7 предметов набрали. Нужно это все продать и сходить купить себе новое ситце. Как раз у нас 656 монет, и на ситце должно хватить. Где мой ситце? Так, ситце за 600, или все-таки детектор за 400. Ха, если я куплю детектор, то я буду намного быстрее искать предметы. А если я возьму ситце, то, наверное, я буду больше денег выкапывать, да? Конечно же, мне сейчас нужно больше денег, давай деньги возьмем. Я выбираю деньги! Все, у меня теперь голубенькое ситце, пошли попробуем покопать. Сито, 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 сито. Есть теперь у нас и у Бомбита. Ну что ж, попробуем. Где у нас здесь есть предметы? Очень быстро выкопал ручку. Но мне не это нужно было. Я хотел посмотреть, сколько я подниму денюшек. А какого лешего тогда я ищу предметы? Давай просто копнем. Копаем, смотрим. Плюс 2. Походу, сито просто ускоряет процесс выкапывания предметов. Но не добычу денюшек из песка. Ну да. Я теперь намного стал быстрее выкапывать предметы из песка. Бомбита, уходи с пляжа, пошли попробуем покопать в других местах, например, в снежной стране. Так, где эта снежная страна? Вот, вот здесь, да, у меня сито 2 уровня. Я думаю, что здесь я могу покопаться. Бомбит, заходи, остудимся немного. О, как же здесь свежо. Итак, что же у нас здесь сейчас выкопается? Ого, яйцо! Яйцо 2 уровня, наверное, оно дорогое. Знаешь, здесь один минус есть, это то, что здесь очень долго приходится искать предметы. Детектор не очень хочет их находить. Даже Бомбита уже укопался здесь. Так, а здесь у нас что? И дезодорант. Ну, дезодорант мы уже видели. Воу, подожди, что это зарядное устройство, что ли? Нифига себе, вот эти подарки у нас в снежной стране. Щипчики для ногтей. Смотри, какие золотые. Наконец-то я вас нашел. Таких нужно 3 штуки найти. Водоросли. Снежная локация? Да вы издеваетесь. Шерстяные носочки. Вот это я понимаю, зачем они здесь нужны. Когда ты в холоднющем снегу копаешься. Ого, подарочек нашел. Санта-Клаус мне, наверное, подложил в снег. Интересно, сколько стоит подарочек? Целых 40 монет. Ладненько, телепортируемся в песок и продаем все наше добро. Вот так вот. О-о-о. И пойдем еще сдадим квест нашему гному. Отлично, еще 150. Кстати, я уже себе могу позволить новый детектор купить. Сейчас мы этим и займемся. Вау, да вы хорошие ребята. Но мне все равно нужна ваша помощь. Да что такое опять? Мне нужно, чтобы вы нашли для меня 10 водорослей и 6 батареек. А, ну это ерунда. Сейчас найдем быстренько. Это все-таки не песок копать, просто так. Сейчас еще новый детектор купим и вообще забомбим. Да, Бомбита. О, снова чувак, это с большой головой бегает, смотри. Сейчас дуется быстро. Так, детекторы. Вот этот вот за 400 покупаем. Теперь все должно искаться намного быстрее. Пойдем затестируем. Ну что, детектор, давай оценим твои мощности. Воу, сразу же зашел и нашел что-то. Надеюсь, это батарейка или водоросли. Что там у нас? А, это ручка. Действительно, детектор стал очень быстро ловить. Это круто. Он теперь не такой заторможенный, как мой предыдущий. Вот так вот берем и бежим. И он сразу нам показывает. О, здесь вот было что-то. Фух, мы с Бомбитой употели. И тех тоже.
У нас с тобой 1569 монет. Пойдем купим себе нового питомца. Теперь у нас будет целых 3 питомца. Это Кеха, Крабик. И сейчас мы выберем кого-нибудь. Кто у нас здесь есть? Электрические крабы, огненные крабы, ледяные крабы, слоны. Причем необычные слоны даже есть. Есть с венком на голове, есть со шляпой и конусом. Ну, типа магический. Не знаю, мне нравится вот этот вот зелененький. Давай-ка его я и куплю. Покупаю. Смотри, какое яйцо. О-о-о! Волосатый колобок. Здрасте. Дарла, тебя зовут? Нет, мне такое имя твое не нравится. Давай мы тебя переименуем. Назовем его Зелебок. Отличное имя. Так, не понял, что это Зелебок не прокатило? Тогда просто назовем его Клевер. Да вы что издеваетесь? Я уже все имена перебрал. Я даже не знаю, как его назвать-то еще. Да, короче, пофиг. Будешь у нас Дарла. В следующий раз, может, тебя переименуем. Пойдемте-ка в зимний биомчик. Ну-ка, Дарла, пошли посмотрим, насколько ты крутой клевер и можешь найти мне крутых предметов. Ты же вроде бы символ удачи. Давай. О, смотри, как он ноги обтирает об снег. Как собака, которая закапывает за собой. Ну, ты понимаешь, что, да? Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, блин, песок мне в глаза. Да, с таким копателем мы много найдем. Дарла-дарла. Дарла-дарла-дарла-дарла-дарла-дарла-дарла-дарла. Как будто трактор заводится, когда много-много-много раз будешь произносить слово «Дарла». Дарла дар 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 Попробуй произнеси это имя много-много раз очень быстро. Язык заплетается. Ладно, в общем, на этом все. Мы сегодня употели, угорели и сгорели. Нужно передохнуть. Тебе спасибо, что смотрел. С тебя лайкосик, комментосик под видосик и подписочка, если ты еще не подписан. Ну а с меня, естественно, крутые новые видосики. Как-то так. Ну все, ладно, пока. До нового видика. Удачи. Видика. Блин, Видика, я тебе сказал, о боже.